спор витает не только в Донецке, но и в целом в республике, в соседней Луганской народной республике, да и здесь в России тоже отчасти. Ранее сообщалось, что командира Киеве могут похоронить рядом с Арсеном Павловым, рядом с Моторолой. РИА Новости сначала говорила об этом со ссылкой на источник Минобороны ДНР. Потом эта информация уже официально подтвердилась. А Павлова похоронили на кладбище, которое называется Донецкое море. Оно находится в Ленинском районе Донецка. И похороны Киеве пройдут тоже сегодня же, как раз после вот этой церемонии прощания. Надо сейчас отметить, что к зданию театра уже пригнали пушку. Она, скорее всего, необходима для того, чтобы вот эти прощания проходили с воинскими почестями. То же самое происходило и во время похорон Арсена Павлова. Вполне возможно, что именно...